Коллеги, добрый день. На часах 15:00 по Москве. Мы сегодня продолжаем знакомство с Ханты-Мансийским автономным округом Югра. Я попрошу традиционно в чате поставить плюсики, если все хорошо со звуком и изображением. И мы с большим удовольствием сегодня познакомимся с событийными мероприятиями, которые проходят на территории автономного округа. Безусловно, фокус будет на летние месяцы, июнь и июль. Это традиционное время, когда проводятся наши замечательные праздники. Мы сегодня будем говорить про те мероприятия, которые имеют как этнографический колорит, так и традиционные мероприятия, где переплетаются различные культуры, особенности. И начинаем мы с Нефтеюганского района. Это международное соревнование на Кубок губернатора Югры по гребле на областях. О том, что такое область, как проходит это соревнование, что интересного смогут для себя узнать, найти, увидеть наши туристы и гости. Я попрошу сделать Анастасию Зарудневу. Анастасия, пожалуйста, подключайтесь и расскажите, когда мы сможем наблюдать за этим мероприятием. Добрый день, как слышно меня? Поставьте плюсики, если слышно. Слышно хорошо, пожалуйста, продолжайте. Добрый день, уважаемые коллеги и участники вебинара. Рада приветствовать вас на виртуальной земле Нефтеюганского района. Меня зовут Зарудневу Анастасия. Хочу представить вашему вниманию мероприятие событийного туризма, международные соревнования на Кубок губернатора Мау Югры по гребле на областях в рамках праздника ВИД Хон Хатл. Итак, мою презентацию видно? Ага. Все видно, пожалуйста. Все видно. Угу. Итак, что такое област? Област – это традиционная лодка-долбленка. Изготавливается она из кедра осины. Примерная длина 4-5 метров. Вот бывает как для одного человека, так и большая для всей семьи, для перевозки всей семьи. Расскажу немножко про наше мероприятие, проведу такую некую экскурсию. Местом проведения мероприятия является Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа Югры, база туризма и отдыха «Сказка». База туризма расположена у нас в лесном массиве, протекает протока Горная, на ней же проходят наши соревнования. На территории базы расположены благоустроенные домики, ресторан для питания, летние кафе, сауна, баня, административные здания, мини-зоопарк, детская площадка, стойбище Юганский Хант и Пунь-Сипуут. Мероприятие проводится ежегодно в июле. На этот год запланированное 2-5 июля, примерно в эти числа, будет проходить мероприятие. Охват участников-спортсменов составляет до 200 человек. В соревнованиях каждый год принимает участие до 20 команд. Это команды от муниципалитетов округа, общественных организаций коренных малочисленных народов, команды Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также спортсмены финно-угорских народов из Эстонии, Латвии, Венгрии и Финляндии. Туристы, посещающие мероприятие, гости региона, около 1000 человек посещают наши мероприятия за эти дни проведения, обычно 2-3 дня мы проводим мероприятия. С 2001 года это мероприятие является визитной карточкой Югры и вошло в календарь событийного туризма региона. Спортсмены из разных уголков мира прибывают в Нефтеюганский район, чтобы сразиться с коренными народами округа. Гостей и участников соревнований ждет обширная развлекательная программа с участием музыкальных ансамблей, творческих коллективов. Долго загружаются слайды, я смотрю.
На данных слайдах вы видите открытие мероприятия, построение команд. Ой, сейчас закрою это все. Да, вот здесь построение команд, приветственные и напутственные слова губернатора Югры, главы Нефтеюганского района и приглашенных гостей. Далее, после открытия мероприятия, проводится древний ритуал поклонения водному духу Витхону. Витхон – это водный царь у народов Ханты и Манси. Это великолепное действие перед гостями представляет Югру во всей ее красоте, традиции и культур. Ни один рыбак без этого ритуала не спустится на воду, ни одна хозяйка не отпустит своего мужа на реку. На данном слайде вы видите, как шаман задабривает Витхона национальными угощениями и подношениями. Заговаривает 7 метров ткани. Это для 7 дочерей царя водного. Выпускает 7 ритуальных стрел в воду. Это для 7 сыновей царя. И совершает 7 кругов на области, знаменующих начало соревнования. Традиционно гонки на областях состоят из массовых стартов мужчин и женщин, личных заплывов в разных категориях возрастных, а также эстафеты, где по 2, по 3 человека проводятся эстафеты. На данном слайде мы видим 3 лодки. Вот такие живые фотографии получаются. Самый зрелищный эмоциональный заплыв – это массовые старты, когда все участники соревнований стартуют одновременно. Доплыть до финиша может только самый ловкий. Из-за массовки и созданной волны многие теряют баланс, переворачиваются и сходят с дистанции. Но переживать нет причины, у нас на водной акватории работают спасатели. После проведения соревнований, после основной части, спортсменам предлагается поучаствовать в мастер-классе по управлению облсостоя. Это тоже достаточно зрелищный момент в соревнованиях. Не каждый может удержаться. Это наши трибуны зрителей. Вот такие неподдельные эмоции. Болельщики. Не знаю, как у вас, но у меня очень долго грузятся файлы. Продолжайте рассказ, а по ходу изображение у нас чуть быстрее погружается. И Просто я ориентируюсь, смотрю, что вот у меня долго, и поэтому останавливаюсь. Оцениваются участники как в общекомандном зачете, так и в индивидуальных зачетах. Ну, здесь на слайде вы видите кубки, грамоты, медали. Все с индивидуальной символикой нашего мероприятия.
Во время соревнований работают культурно-массовые площадки, это национальные игры и забавы, мастер-классы, выставки, продажи сувениров. В мероприятии принимают участие мастера декоративно-прикладного искусства, мастера по изготовлению образцов, сувениров, творческие национальные коллективы, представители общин коренных народов, региональные... Региональные и местные СМИ. Этот праздник служит площадкой для встреч, общения, обмена информацией и положительных эмоций для участников, гостей, организаторов мероприятий. Так, это вот здесь национальные игры и забавы. На данном слайде вы видите выставку продажу югорских сувениров. Все сделано руками мастеров округа. Это наша мастерица Нефтеюганского района. На прошлых соревнованиях был организован конкурс «Чумов. Живые нити». Выставляли чумы муниципальное образование Югры. Комиссией оценивалось убранство национального жилища и приготовление национального блюда. На данном слайде вы видите хозяйку чума. Она рассказывает об экспонатах и национальном убранстве. В руках у нее переноска для ребенка, называется пинчоп. Изготовлена она из старого берестяного короба, который уже не пригоден в быту. Вырезается такое отверстие. На дно кладется подушечка, садится ребенок. А старые рыбацкие сети служат лямками, чтобы повесить пинчок на спину уже мамочки. И так можно собирать ягоду в лес, ходить, заготавливать там что-то какие-то по дому, делать дела домашние. Здесь вы видите, значит, национальные блюда, приготовленные специально для данного конкурса. Все желающие могли попробовать. Здесь и лосятина, и котлеты с оленины, и ягоды, то есть рыба местная правильного посола. А на фотографии справа это наш экскурсовод. Она умеет играть на варгане, очень хорошо играет, очень приятно ее послушать. Наш губернатор Наталья Владимировна вот как раз ходила, смотрела выставку чумов. На данном слайде вы видите установку чума. Шестиметровые жерди между собой устанавливаются и натягивается покрышка. Самое сложное – это закинуть веревку наверх и потом уже это буквально 95% успеха, наверное, если удалось накинуть веревку, то покрышку, то есть без проблем можно натянуть на данную высоту. Параллельно соревнованиям у нас работает этностойбище Пунси-Пуут. Пунси-Пуут берет название от звучит оно как лебединый пух в переводе. В переводе с языка ханты звучит как лебединый пух. На данном стойбище предусмотрено проведение экскурсии по стойбищу, обряд очищения, встреча с хлебом, испеченным в хантейской печи, посещение избы, летней кухни, лабаза и чума, проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, посещение зоопарка, дегустация блюд национальной кухни. У нас в тайге Нефтеюганского района проживает семья.
несколько семей. Вот есть у нас оригинальные юрты, стойбище, называется Пунси. На основании их было сделано такое воссозданное стойбище юганских кантов, назвали его Пунси Пуут. Вот. Оно было сделано руками сильной половины, руками мужчин, которые проживают в юртах Пунси. То есть все было по правилам, по технологии, как вот они строят настоящее жилище. То есть они нам передали копию на базу сказок. Сами выезжали, сами строили, сами материалы выбирали. Так, сейчас немножечко покажу фотографии. Это летняя кухня, кострище, где обычно мы варим уху для угощения наших гостей. Также готовим на костре филе рыбы, обычно это щука, называется подовушка. Выпекаем хлеб в печи нинкер. Печь изготовлена из глины и соломы. Вот такой замечательный вкусный хлеб, красивый, получается в этой печи. Кстати, повар тоже с юрт Пунси из леса на Любовь Антоновну. Да, на фотографии справа, ой, слева вы видите нашего туриста с Венгрии. Это убранство дома, избы. Он сейчас, ну вот он находится на женской половине, изба разделяется на две части. На женскую половину и мужскую. На данной фотографии представлена женская половина. Здесь и люлечка с ребеночком. Уже все экспонаты у нас настоящие. Когда-то были в быту. И потом в дальнейшем были переданы уже нам на стойбище. Вот. А экспонаты в руках туриста – это с мужской половины. Вот это сама изба. Это уже идет экскурсия. Экскурсовод ведет по юртам туристов. Данная изба была изготовлена без единого гвоздя. То есть все так четко, со знанием дела. А это лабаз, помещение, строение для хранения продуктов питания, продовольствия. На высоких сваях ставится для того, чтобы продукты не были затоплены. Какое-то там наводнение, например, что-то с природой произошло. Вот природа волнуется, либо от зверя. Чтобы не залезла лисичка, мышка. Но сейчас обычно ставят на железные, потому что все равно звери могут забраться. Также в рамках соревнований проводится и деловая программа. На прошлых соревнованиях прошло совместное заседание правления Всемирного общества этноспорта и рабочей группы комитета советников ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, а также органов власти Югры. Ключевой темой стала подготовка к проведению 7-го Всемирного конгресса оленеводов Югре в 2021 году. А на данной фотографии... Это в 2017 году состоялось заседание Международной ассоциации северных регионов, Северный форум.
База туризма и отдыха «Сказка» на территории, которой уже несколько лет подряд проводится данное мероприятие, полюбилась гостям, и с каждым годом ее посещают все больше и больше туристов. Соревнования имеют свой логотип. Он размещается на всех вывесках, растяжках и баннерах на территории проведения соревнований. Необходимо также отметить, что мероприятие «Международные соревнования на Кубок губернаторов Мау-Югры по гребле на облаках» стало призером Всероссийского конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. Соревнованиям присвоен статус национальное событие 2018 года. А также это мероприятие удостоилось номинации «Лидер событийного туризма Югры 2017 года». Сегодня можно смело отметить, что благодаря усилиям правительства округа автономного, администрации Нефтеюганского района, Федерации этноспорта Югры, а также общественной организации спасения Югры, в наши дни родился совершенно уникальный вид спорта – гребля на облосах. Аналогов у турнира нет во всем мире. Это подтверждает Федерация исконных забав и этноспорта России. Благодаря соревнованиям возрождается и сохраняется этнокультурные традиции, этноспорт, а также укрепляется имидж Югры. Спасибо за внимание. Я очень волновалась, потому что это мое первое выступление, дебют. Ну, и я надеюсь, что я справилась. Анастасия, спасибо большое за презентацию. В июле мы приглашаем всех гостей в Нефтеюганский район. Со 2 по 5 июля, для того, чтобы познакомиться с традиционным праздником, посмотреть, как происходит этот массовый старт. В течение 3 дней мы можем погрузиться в атмосферу и познакомиться с настоящими носителями культуры, с настоящими стойбищами, попробовать наши гастрономические изыски. И действительно, хлеб из хантыйской печи – это отдельное удовольствие. Пока коллеги в чате формулируют свои вопросы, подскажите, вы наверняка каждый год являетесь участником этого мероприятия. Какое ваша самая любимая активность во время этого мероприятия? Что больше всего, какое мероприятие вы ждете больше всего? И что вызывает самый большой интерес у вас? Да, я каждый год принимаю участие. Мы работаем на стойбище. Пунси-пуут. То есть мы приглашаем гостей, проводим экскурсии, варим уху, выпекаем хлеб, помогаем хозяйке. То есть все рассказываем про данное стойбище, как бы это наша тема. Вот. Ну, иногда удается, ну, мы целый день на ногах, целый день только на стойбище надо находиться. Но бывает, что у нас выдается возможность прогуляться, посмотреть. Везде просто потрясающая атмосфера, все настолько ярко, эти женщины потрясающие в своих нарядных, вышитые бисером платьях, куда ни посмотри. Вот я люблю, допустим, фото-видеосъемку, и очень можно вдохновиться, нафотографироваться, везде все поснимать, выложить в соцсети, будет отличный контент для любителей этого дела, да. И все проходит параллельно, то есть тут соревнования, тут хлеб пекут, тут, значит, пошли по чумам, можно в разный чум зайти, то есть каждая территория выставляет свой чум. А в конце мероприятия уха дружбы варится, это на дискотека, настолько вот потрясающая атмосфера, люди просто ждут, вот сами спортсмены, они ждут. В прошлом году не получилось, да, по известным нам причинам, но они так уже соскучились друг по другу, и они ждут, когда они наконец-то попадут в сказку, встретятся. Массовый старт в первый день, Анастасия, происходит? Или да. Когда коллегам планировать свою поездку для того, чтобы самое зрелищное мероприятие застать? Массовый старт в первый день, после открытия сразу шаман читает, ну, вот это проводит традиционный ритуал, да, проводит ритуал, да, и уже после они сразу начинают стартовать.
Отлично. Друзья, если вы хотите, если у вас до сих пор нету фотографии с чум, если вы еще не попробовали хлеб из хантейской печи, нашу самую вкусную рыбу, не понаблюдали, как происходит массовый старт мужчин и женщин, и при этом есть возможность в том числе изготовить сувениры для себя и для своих родственников, мы всех приглашаем со 2 по 5 июля 2021 года в Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Анастасия с нами будет еще какое-то время, поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы по участию в этом мероприятии, если есть что-то, что мы хотели бы, чтобы вы хотели бы уточнить, с большим удовольствием ваши вопросы в чате. Сейчас коллеги задают вопрос по ограничению по ковиду. Насколько я понимаю, Анастасия, на текущий момент организационным комитетом предварительно одобрены даты проведения этого мероприятия. Все мероприятие будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Будет ли ограничение по участию? В прошлом году вообще отменили мероприятие. В прошлом году отменили, а в этом году, я думаю, уже ближе к мероприятиям уже будет известно, вдруг вообще отменят, да. Ну, конечно, будут и выдаваться маски, обрабатываться, ну, как бы все как положено. Отлично. Коллеги, мы ориентируемся на 2-5 июля текущего года. Это мероприятие заявлено и в национальный событийный календарь, и в календарь событий Ханты-Мансийского автономного округа. Мы сейчас все готовимся к проведению мероприятия. Если возможно какие-то изменения здесь, с изменением эпидемиологической обстановки, своевременно всех проинформируем. Поэтому, пожалуйста, пока настраиваемся на то, что в июле окажемся в Нефтеюганском районе и будем наблюдать за массовым стартом, мастер-классами, а то как изготавливаются лодки-долбленки, как правильно управлять этой лодкой. Ну и, конечно, есть возможность самим попробовать поуправлять этим средством передвижения по реке. Анастасия, спасибо вам большое за презентацию. Спасибо вам, что пригласили нас. Я приглашаю следующего спикера, Антона Романова. Антон, пожалуйста, подключайтесь. Знаем, что Нижневартовск – это не только столица самотлора, но и очень креативный город. И сегодня, пожалуйста, познакомьте нас, что же такое фестиваль «Самотлорские ночи», чем там можно заняться и что главное ждет наших гостей в 2021 году. Здравствуйте, коллеги. Меня хорошо слышно? Надеюсь, что хорошо слышно. Да? Слышу вас прекрасно. Замечательно. Итак, друзья, меня зовут Антон Романов. Я представляю фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», город Нижневартовск. Что такое, коллеги, «Самотлорские ночи»? Это праздник такой, он нам нравится очень. Его знают нефтяники, вузов, студенты, контролеры, рабочие, интеллигенты. Его любят врачи в одноразовых масках, его любят строители в робах и касках, школьники, дворники, школы, учители разного уровня, руководители, люди в погонах, люди в трусах, люди в машинах, маршрутах, автобусах. У нас в Нижневартовске с этим не спорят. «Самотлорская ночь» – это наша история. В прошлом столетии Евгения Ардашова сказала, нам нельзя без фестиваля большого. Председатель горкома ВЛКСМ сказал, мы вам поможем во всем и всем. С тех пор без изменения каждый год в Нижневартовске наш фестиваль идет. 3 дня для творчества, конкурсов. И я знаю, вопрос есть. Прошу, задавайте. А сколько лет фестивалю? Спасибо, что вовремя это спросили. 44, один из старших в России, стал родоначальником разных событий. Главное здесь церемония открытия. На ней зажигают фестиваля огонь. 5000 зрителей, бетон, стадион. Все телекомпании объединятся, организуя прямую трансляцию, выдать в эфир, да на всю территорию. А это уже 200-тысячная аудитория, ну, не считая совсем новорожденных, тех, кому в это время уже мать положена. Дальше вопрос.
Какие события ждут на фестивале обычного зрителя? Традиционных праздников много. Один из них — праздник дружбы народов. Целая улица оцеплена будет, чтобы на ней весело праздновать людям. Национальные организации знакомят всех с кухней, песнями, танцами. Всем чем богато сегодня Россия, приезжайте, увидите. Это красиво. Есть также праздник детских колясок, праздник пельменей, праздник колбасок. Есть воздушных турниров, волейбольный, битва подушек, спартакиада, опен-эйр, эпицентр, где силачи поднимают по центру, твистер и зумба, и квестки, экскурсии, узоры славян с хороводами, для выставки, книги, картины, скульптуры, и под оркестр танцуют бабули. Чтобы любовь свою к родине высказать, всех соберет праздник флага российского. На Сабантуе турнир по борьбе, град мастеров и т.д. и т.п. Знаем, вопрос есть. Хочу, чтобы сказали, что ждет туристов на фестивале. Я вам отвечу, тут есть чем заняться. Экскурсионных маршрутов тут 20. Стойбище Хангов и Манси поедем, уки поедим и погладим оленей. Есть ойл-тур «Нефтяная столица», двухдневный маршрут, вся история в лицах. Немцы и финны теперь ежегодно к нам добираются транспортом водным. Туроператоры из Новосиба, Тюмени, Свердловска. Всем вам спасибо, ведь мы, несмотря на природу капризы, взяли гран-при с Сабуниным Тюмени. Вас в 21-м ждет славное лето. Наш юбилей без 5 лет полвека. А можно конкретней? А сколько народа в том празднике летнем? Много и мало, вы сами рассудите. Я попрошу лишь статистику в студию. 3700 – это только участников нашего с вами трехдневного праздника. Проведено 118 событий. Эти события лично увидело свыше 60 тысяч человек. Хороший прыжок, если мощный разбег. В общем, коллеги, собратья, друзья, вот что хочу на прощание сказать. Я в море событий. Веселье и смеха вас приглашают. Надо приехать. Надо приехать. Ну, надо приехать. Надо приехать. Надо приехать. Сколько лет фестивалю? Надо ехать, бежать. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Антон, за это яркое представление. Действительно, сейчас захотелось не то, что приехать, я уже мысленно себя поймала на мысли, что забиваю даты, когда есть перелет в Нижневартовск. Еще раз для наших слушателей большие комплименты о вашей презентации, но несколько практической информации. Все-таки, сколько дней длится мероприятие, где можно узнать о программе 2021 года? Итак, 3 дня для конкурсов в ПАТИ. Есть вопрос, прошу, задавайте. Итак, 3 дня проходит фестиваль «Самотлорские ночи». Даты в этом году 18, 19, 20 июня. Сайт вы видели в презентации, но я напишу отдельно адрес samotlorfest.ru. Сейчас мы готовим новую версию сайта, улучшенную. В ближайшее, я думаю, время... Боюсь загадывать, в ближайшее время мы его выгрузим. Сейчас там висит сайт, да, есть, которым мы раньше пользовались. Сейчас будет новый, современный, более современный. И программа, соответственно, будет там же. Традиционный вопрос. Самое яркое для вас пятно в этом буйстве красок? Ну, давайте, можно я 3 назову? Вы же спросили для меня, поэтому 3. Первое – это церемония открытия. Торжественная церемония открытия, она обычно собирает, я уже сказал, там порядка, ну, около 5000 человек зрителей, при условии, что идет прямая трансляция еще и на экраны телевизоров, соответственно, с телевизионными зрителями еще больше. Участвует в самом шоу около 1000 человек,
То есть это, ну, давайте там назовем, то есть это творческие коллективы непосредственно, это работники сцены, это техническая служба, то есть, ну, очень много людей принимают участие, сами организаторы. Вот, далее, следующее мероприятие, которое бы я хотел озвучить, которое мне нравится, почему, объясню. Это открытый фестиваль уличных театров «Небесные кулисы». Этот фестиваль в 2019 году, ну, на самом деле, был проведен впервые в 2019 году, и тогда же, в 2019 году, он занял первое место на Russian Event Award. И, соответственно, в 2020 году мне посчастливилось с этим фестивалем победить в конкурсе «Гостеприимное», ой, нет, правильно, «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в треке проектов. Далее, третье мероприятие, я уже так эгоистично скажу, «Синема лето», это мое мероприятие, потому что я за него отвечаю, это показ короткометражных фильмов, вот, который будет проходить в этом году на набережной реки Обь. Ну, как вы поняли, фестиваль «Самотворские ночи», на самом деле, да, это такое мультисобытийное мероприятие. Да, то есть там в рамках фестиваля может быть еще один фестиваль, то есть матрешка. Тысячи событий. Да, ну, да, 118 событий было в 2019 году, соответственно, примерно так же. А в этом году фестиваль «Самотворские ночи» принимает федеральный Сабантуй в Нижневартовске. Антон, просят наши коллеги уточнить, есть ли специальная программа для детской аудитории, и если да, то что это? Так, ну, для детской аудитории проходит, я сейчас боюсь вам соврать просто, да, но там процентов, наверное, я навскидку скажу, на мой взгляд, да, процентов, наверное, 20 мероприятий детских там проходит, а может и 30. Там очень много детских мероприятий, реально много. То есть это и конкурсы, это и концертные программы, это игры, то есть, ну, обязательно, как без детей. Днем же самое раздолье, представляете, на набережной. Детям очень нравится. Я вот прочитал вопрос, что приезжает около 5000 человек. Нет, это церемония открытия собирает. Я говорю про зрителей. Да, это не означает, что они, мы нижневартовцев не пустили, а приехало 5000 человек и только их. Понимаете? Вот. Нет, это 5000 зрителей. Но, тем не менее, средства размещения к этому периоду готовы к приему гостей? Да, конечно, конечно, и... конечно. В этом году, опять же, в рамках федерального Сабантуя к нам приезжает там, около 1000 человек, гостей только вот на этот праздник, делегация. У меня будет просьба ответить по рекомендации вашей для размещения, максимально приближенное к месту проведения, к площадке мероприятия. Это можно будет сделать в личном чате. Коллеги интересовались, что с нами, нашими любимыми, любимый вопрос про кровососущих. Много ли в этот период нижневартовские или во время танцев все успевают отмахиваться? Ну, ну как, ну мы же на севере живем, ну на самом деле. Ну, есть они, конечно, но я думаю, что мы с ними пообщаемся, поработаем и придем к некому заключению, соглашению, чтобы сильно не кусали. Я думаю, так. Кроме дипломатических переговоров с комарами, наверняка же все площадки обрабатываются специальными, конечно, средствами. И, конечно, по большому счету, так как фестиваль проходит на территории города, то количество насекомых, оно не столь большое, нежели это могло бы быть на открытой пространстве. У нас удивляется договор, если у нас с комарами, у нас договор со всеми, мы настолько... обладаем высокими дипломатическими способностями, что договариваемся даже с насекомыми и медведями и с кем угодно для того, чтобы фестиваль прошел на самой высокой позитивной ноте. Река там действительно рядом, спрашивают ли коллеги. Но основные площадки, правильно мы понимаем, размещаются на набережной? Основные, да, конечно, размещаются на набережной. Ну, также мероприятия проходят еще и по всему городу, да, то есть там у нас есть площадки для спортивных мероприятий, он же фестиваль искусств, труда и спорта. То есть там обязательная составляющая часть – это спортивные мероприятия. Допустим, там, к примеру, традиционный волейбол, у нас турнир по волейболу проходит, он проходит у нас, если я не ошибаюсь, он проходит у нас, я почему, я в культуре работаю, я не в спорте. Вот, он у нас проходит на озере Комсомольское. То
То есть практически город превращается в большую площадку, где очень много активности для различных аудиторий. Совершенно верно. Задействованы ключевые площадки города, да. Коллеги, я прошу сейчас сформулировать вопросы в чат. Мы были возгласы и восторженные комментарии по поводу рекордов колбасных, гастрономических. Немножко подробнее, что это за соревнование и почему такая большая колбаса? Ну, у нас в рамках самоторских ночей, да, действительно проводился самоторский расколбас. Это был такой конкурс, да, соответственно, компания, не буду называть какая, дабы не рекламировать, вот, выступала спонсором этого конкурса, и действительно, по итогам этого конкурса выносили вот рекордного размера изделие, которое потом дружно зрители попробовали на вкус. Правильно ли мы понимаем, что во время фестиваля действуют различные гастрономические площадки, и можно попробовать кухню различных народов, от традиционных северных народов до культур восточных? Совершенно верно. Отдельно даже проводился, не знаю, в этом году будет или нет, но проводился фестиваль плова. Это очень хорошо помню. Был такой на площади Нефтяников у нас. Целая площадь была накрыта мангалами. Ой, мангалами, казанами, извините. Это принципиально. Не будем обижать тех, кто профессионально готовит. Практический вопрос. Возможно ли, приехав на машине, установить палаточный лагерь на берегу? Имеется, наверное, в виду набережной. Да, довольно проблематичный, на мой взгляд, вопрос. Дело в том, что палатку будет просто некуда поставить, потому что там реально яблоку негде упасть. Там будут площадки и... Полагаю, частный сектор там вряд ли появится. Еще раз, Антон, давайте сфокусируемся на датах, когда мы приглашаем гостей в Нижневартовск. 18, 19, 20 июня 2021 года. То есть, коллеги, с 18 по 20 июля планируем в своих календарях. Июня. Да. Все верно. В июне планируем посещение Нижневартовского замечательного праздника «Самоторские ночи». Как мы понимаем, 3 дня и 3 ночи. И более того, в Нижневартовском районе найдется для вас очень много активностей. Может быть, в преддверии проходит еще что-то, чтобы коллеги, когда формируют для себя программы, сегодня у нас присутствуют и туроператорские, и турагентские компании в нашем эфире, могли как-то комплексно продукт представить? Здесь мне довольно сложно будет вам ответить на данный вопрос. Почему? Потому что мы сейчас уже приступили к подготовке этого фестиваля. Вот прямо сейчас, в настоящий момент, идет презентация событий, за которые отвечает муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств». Да, я с той презентацией сюда прибежал, вот, и чтобы перед вами выступить. Мы сейчас погружены в самоторские ночи. Я, к сожалению, не смогу вам сейчас дать какой-то комментарий. Коллеги, в любом случае, национальный календарь событий отражает все мероприятия, которые проходят и до презентуемого сегодня мероприятия на территории автономного округа, и после него при формировании туров вы, безусловно, можете учитывать все эти аспекты для того, чтобы организовать путешествие либо для себя самих, либо для ваших гостей. Ну, мы гарантируем, что не будет скучно, что будет очень познавательно, очень вкусно. И если, Антон, я так понимаю, что так заряжает на целый год мероприятие, что вы позитив транслируете до сегодняшнего момента. Ну, конечно. Понимаете, что для нас это, по сути, итог, для работников культуры, это итог работы всего года, этот фестиваль. Это главное, ну, одно из главных событий года. Друзья, мы всех приглашаем на одно из главных, как сказал Антон, событий в Нижневартовске. Это фестиваль «Самоторские ночи». Повторимся, продлится он 3 дня. Сайт сейчас реновируется. Всю информацию вы можете на текущий момент. Я попрошу, Антон, сейчас можно ли в чат сразу написать адрес для того, чтобы сориентировались наши коллеги. Если у вас еще остались какие-то вопросы, на которые мы не дали ответ на текущий момент, их можно задать на стенде
на виртуальном стенде Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Там есть раздел «Вопрос эксперту», и они попадут непременно к Антону. Samotlorfest.ru, сейчас в чате появилась адрес, пожалуйста, можно изучить более подробно, как это было в предыдущие годы. О ключевых моментах 2021 года мы сегодня вам рассказали, как это будет. Мы всех ждем в гости, мы с нетерпением готовимся, с трепетом готовимся к этому мероприятию и ждем всех в Нижневартовске в июне 2021 года для того, чтобы поучаствовать и в культурных, и в спортивных, и мероприятиях с этнографическим окрасом, то есть для любой целевой аудитории, в том числе и для детей, как соревновательные элементы, так и моменты просто быть созерцателем и наслаждаться тем искусством, тем драйвом, который происходит вокруг. Коллеги, если вопросов на текущий момент нет, мы всех благодарим за эфир, ждем вас с нетерпением в Ханты-Мансийском автономном округе Югра. Сегодня мы с вами виртуально путешествовали в город Нижневартовск и Нефтеюганский район. Вы видите, что календарь – это далеко не все мероприятия, которые проходят на территории автономного округа. Их большое количество на национальном событийном календаре, они все отражены. Пожалуйста, планируйте свой отдых уже сейчас, планируйте в своих календарях посещение Югры. Мы приложим все усилия, чтобы ваше пребывание было здесь интересным, полезным, вкусным. И если хотите также драйвово выступать на мероприятиях, обязательно приезжайте на Самотлорские ночи. Это заряд еще на очень-очень долгое время. Всем большое спасибо и до новых встреч. Спасибо.